допустим, есть сын, и я хочу, чтобы... Или у меня, допустим, есть неприятность большая, ненависть какая-нибудь, которую я испытываю кому-нибудь, переживания, там, война и так далее. Что я должен делать? Мне для того, чтобы работать с этим, необходим специальный предмет, который я поставил, который называется стеклянный шар. Да, стеклянный шар. Каким образом я работаю со стеклянным шаром? Стеклянный шар — это дверь, которая напрямую связывает наш мир с миром астрала. Наш мир с миром астрала. Вот смотрите, что я делаю. Допустим, у вас есть дети, которые очень сильно выпивают. Я представляю эгрегор ваш, который находится сзади вашего шара. И говорю, отдай мне... всю ненависть, которая есть в тебе. И пусть все алкоголики, пусть все приспособленцы, пусть все неудачи, пусть все неприятности, пусть все проявится сейчас в шаре. И представляю, будто в шаре появляются люди, эти люди, они превращаются в демонов. То есть я представляю, будто они там танцуют, будто они становятся, будто они сделаны из какашек, будто они сделаны из перегноя, будто они сделаны из гнилого мяса и так далее. И я начинаю произносить бу-бу-бу, но... Как бы, если бы вы меня не смотрели, я бы ругался матом. Я говорил, вот, допустим, у меня, допустим, если бы был там сын, который был сильно пьющим человеком, я бы говорил, ах ты тварюка, ах ты подлюка, когда же ты напьешься, сколько можно, что ты бухаешь, бухает, шляется, сволочь, негодяй, урод, дебил и так далее. Когда вы это произносите сюда и представляете здесь своего сына, то это все падает в виде перегноя в астральный мир, оплодотворяя ваши деревья и делая все для того, чтобы это в вашей жизни исчезло.